сейчас находитесь перед картиной Леонардо да Винчи «Мадонна Лидда». Картина пишется 10 годами позднее. Посмотрите на лицо Мадонны. Оно прекрасное. Ничего не происходит особенного. Это обыкновенная, очень жизненная сцена. И вместе с тем эта картина очень торжественная, очень, опять-таки, проникнута этим бережным, внимательным, любовным отношением к людям, к человеку, к матери и ребенку. И вот как раз эти и свойства творчества Леонардо да Винчи. Но прелесть Мадонны Лидды не столько даже в совершенстве этих черт, сколько прежде всего в выражении этого лица. Выражение неуловимым, ускользающим от нас. Он дает лишь только направление взгляда, но сам взгляд зарисовываем мы сами. Он дает лишь только намек на улыбку, но саму улыбку тоже придумываем мы сами. Причем каждый из нас по-своему, в силу собственного воображения и даже настроения в данный момент. И вот поэтому последний штрих в этой картине Леонардо за каждым из нас. В этом тайна особого колдовского очарования, которое излучают образы Леонардо да Винчи. Вслед за Леонардо и другие мастера. Моя группа, что-то у вас южного темперамента нет. Леонардо да Винчи оставил нам ведь очень мало картин. И две из них хранит Эрмитаж. Мадонна Бенуа и Мадонна. А ребенок себя чувствует очень хорошо. Он ножками болтает, он посматривает на нас с вами, он сосет грудь. И знаете, так хорошо ему очень, уютно сейчас. И художник в этой же... Мальчик перебирает ножками, зажал в левой руке. Щегленка правую положил на грудь и смотрит на нас. У него золотистые волосы и серые глаза. Он, пожалуй, похож на маму, как в жизни. Винс, образ крыши назива. Потом нас девчонки. Albo inaczej nazywają ten obraz Madonna Litta. Obraz jeden z najbardziej znanych obrazów tego malarza. W sali jedasza salisa on kaksi Leonardo da Vinci taulu. Kaikkia maailmassa on jäljellä 13 Leonardo da Vinci taulu ja niistä kaksi on Ermitaasissa. Nachstellt, der zweite Name des Bildes lautet Madonna Litta. Das ist der Name des ehemaligen Besitzers des Bildes. Sie wissen offenbar, dass fast alle italienischen Maler der Renaissancezeit auf sich stehen.
Pour la cause près d'Amboise, le 2 mai 1519. Таким образом, Леонардо создает образ идеального человека своей эпохи. Это обобщенный образ. Ребята, это очень сложно, это очень трудно понять, и вы постарайтесь понять то, что я вам говорю. Вот вы посмотрите на эту картину, вы увидите, что здесь и горделивость, и величавость. Здесь одухотворение большое. Здесь все те чудесные качества, которые свойственны всем матерям. Это то же самое, как если бы, скажем, современный скульптор захотел рассказать о герое Отечественной войны. Он ведь не стал бы, скажем, изображать Сергея Петровича или Павел Сергеевича, верно? Он бы создал какой-то обобщенный образ советского солдата, образ героя нашего времени. Ведь верно, ребят? Вот то же самое создает в своем творчестве величайший художник эпохи Возрождения. Он поднимает этот человеческий образ на какую-то очень большую высоту. Он воспевает образ Мадонны. Он преклоняется перед этой женщиной, которая способна на жертву во имя людей. Понятно? Вот. Не случайно искусство этого времени начинают называть искусством высокого Возрождения.